Всем привет, продолжаем играть в Сталкера мод фотограф. Идем по квесту стихоплета лаборатория X16. Так, ищем подсказку. Где мозг живет в стеклянной колбе, щит управления стоит. Ну и проныра. Все спецы мира мечтают побывать в этой лаборатории, а он здесь, похоже, частый гость. Похоже, персонаж заболел. Наверное, нужно было купить все-таки защитный костюм у Иракеса. Но я думаю, мы без него обойдемся. Новый персонаж. Шубин, да поможешь Ахтарю. Добряк Шубин. Который будет периодически... Похоже, это и был тот самый Шубин. Периодически помогать нам. Смысла убивать его нету. Зачищаем лабораторию. Снимать места, но думаю, вы сами все прекрасно стреляете. Увидимся на точке перелета. Зачистили X16, отправляемся к новой точке. Нас перекинуло в мертвый город. Ищем подсказочку. Дальнейший путь ищи в холодильнике. На севере. Как найду, так включу. Нашел я холодильник. Посмотрим. Он находится здесь. Ащи! Дальше нас закинуло в колхоз «Червоно дышло». Подсказку. Следующий переход нужно искать на кладбище. Блин, водички надо хлебнуть. Смысла не вижу зачищать сейчас локацию, потому что, скорее всего, мы сюда вернемся. Поэтому лично я пробежал ее. Ну, естественно, снял показания с вертолетов. Как найду кладбище, на месте продолжим. О, можно присесть, выпить за усопших. Хотя лучше не стоит, а то еще и за меня выпьют. Следующий телепорт находится здесь. Прыгаем. Вот она, легендарная Припять. Где-то рядом цель моей миссии. Но чувствую, суваться туда без основательной подготовки – чистое самоубийство. Нас закинуло в Припять, читаем записку. Ну, наконец-то, хоть одна нормальная подсказка. Кузов старого ЗИЛа возле детского сада. Он находится... вот здесь. Прыгаем дальше. Нет, у меня нету здесь. Так, ищем подсказку.
Помимо подсказки, нам нужно отыскать еще секретный код. Он находится здесь. 51-273. Бляха-муха, цокотуха. Вот это номер. Все, пора валить из зоны. Разное я видел в этом цирке. Но чтобы такое... Как было указано в записке, переход возле двух катушек. Прыгаем. Нас перемещают в лабораторию X-18. Найти трубу, но чтобы не пройти, вводим код, который мы нашли в другой лаборатории. Зачищаем. Интересная фигурина. Никогда такого не видел. Теперь мы в лесу. На юге экскаватор есть. Находим экскаватор на юге. Заодно хорошую СВД модифицированную. И прыгаем дальше. Черт, я ни хрена не вижу. Так, чтобы выйти, нам надо идти на аномалию в темноте. Чудны дела твои, господи. Грета находилась под действием артефакта Корона. Побеседуем с ней. Кошмар какой! Что это было такое? Ой, давно я так по мозгам не получала. Черт бы побрал бы эту зону! Ну, ругаешься, значит, оклемалась. Ты как здесь оказалась-то?
Отправляемся к охраннику архива, там и продолжим. Грета не вернула письма, но передала записку ему. Так, а ну-ка давай-ка посмотрим. Так, ага, там, да. Ага, понятно. Все ясно мне. Все задание выполнено, можно возвращаться к Кайманову, который просил в архиве раздобыть бумаги с наблюдением за погодой. Что тебя интересует? Но прежде отдаем корону прапорщику Шипельману. Ого, а это что за гоп-компания? Призрачные сталкеры? Оригинально. Кто это? Ну вот мы и пришли за тобой. И сейчас ты пойдешь с нами. Ты останешься с нами и будешь жить здесь. Нет, этого не будет со мной. Не будет этого со мной. Нет, почему я не хочу, чтобы это со мной вот это... Стой, чувак! Не делай этого! Забавный артефакт. Да уж, не повезло бедолаге. Явно не с теми людьми он связался. Нам нужно закончить задание профессора, поэтому бежим. Тревога! Оружие к бою! Помочь украинским солдатам отбить атаку из туннеля. Давайте попробуем. Минус один. Еще один. Поддержите огнем! Неплохо. Кто ли вообще такие? Вали его, если высунется! Он живой еще? Сейчас дробь. Ага, дробь не пробивает. Нужен крупный калибр. Еще кто-то остался. Поговорить с поищуком. Давайте попробуем. Полищук не участвовал, что ли? Вот засранец. В таком сражении. С чем пожаловал? Слушаю тебя.
Я тебя сейчас на тот свет отправлю, сечешь? Давай стреляй. Не тяни кота за яйца. Ай, полковник Браун спасает нас. О, какие люди и без охраны. На этом, я думаю, закончим. Всем спасибо. До новых встреч. А вовремя полковник появился. Еще секунда, и фотографу кирдык.